Организация «Большая семья» приступила к реализации проектов на средства гранта, полученного от АЭХК, на проведение спортивных, творческих турниров и благотворительных акций многодетным семьям выделили 96 тысяч рублей. Минувшим вечером в спортзале 85-го квартала проходили веселые старты и конкурс детского рисунка. Семейный досуг – не единственное, на что организация потратит деньги. В этом году будут подарки выдаваться детям от 3 лет до 14 новогодние. И вот представляете, сколько детей, да, у нас еще свыше 14 лет, это до 18 детей, которых в нашей организации участвуют, и от рождения ребятишки. То есть тоже на нашей организации состоят. Ну, я так примерно плюс-минус прикинула, это, наверное, ну, детей 650 уже. Впереди у большой семьи новогодние акции и праздники. Затем общественники будут готовить программу спортивных мероприятий для пап ко Дню защитника Отечества.